Вчера в нашу бесплатную санчасть поступил вызов. К женщине на участок пришли две собаки. Одна из них крупная, очень серьезно ранена. У него болтается задняя лапа, и плюс ко всему, он диковат и не подходит к человеку. Нам прислали это видео, и мы поняли, этот пес просто не поместится в нашу стандартную переноску, и за ним пришлось ехать отдельно на Соболе с большой переноской. Да ведь еще нужно поймать и погрузить этого богатыря в переноску, чтобы доставить на рентген. Поэтому выехали наши верновцы Валерий и Анатолий. Ну а что за травма у Альшанса, не поздно ли ему еще помочь, смотрите далее в ролике. Очень крупный пес, как мне сказали. И сказали, приезжайте, помогите, он диковатый, вот попросили Валерия. Он поехал, отловил. И дело в том, что скорее всего собака не влезет ко мне в переноску. И вот ребята привезли ее. Другой переноски. Ну да, такой, не маленький. Мальчик, наверное, да? Пошли скорей. Быстрей, быстрей. Прям уже кусает. Ай, ай, он лезет, лезет. Спасайте его. Лезет. Спасаем клеща. Клеща спасаешь? Собаки. На какую сторону он? Ну, несем туда, и там сейчас отгадываем. Может, вдвоем? Нет? Таких кабанов-то. Снизу-то неудобно поднимать. Давай, я еще. Да, может, вы просто вдвоем возьмете, Толян, нет? Или мне взять? Спину надорвет, Валерий. Какой он широкий. Ну, надо вообще головой туда, но кстати, я развернем. И перевернем на другую боку. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Кабанчик какой. А, ой, тихо, 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 проскать. Вот, ну. Все-таки не зря морду подвигали немножко. Нормально? Не, ничего не укусил? Сейчас. Не, не укусил, рыкнул просто. А, ну, не зря, значит, морду подвигали сейчас. Все, выходите сейчас, делаем фотографию. Держать здесь не надо. Ну, он гноем пахнет. Костям идет. Костям воспаление идет. Вот, вот это вот. Вот это вот муфточка. Это воспаление. То есть часть костной мозоль, часть окостенения. А нашли, давно нашли? Сегодня пришел. Пришел, а ушел? Пришел к женщине. Кого он ушел? Нам позвонили, мы поехали, сразу выехали. Да девушка позвонила, говорит, большая псина пришла, боюсь, хромает. Что делать, не знаю. Вот, ребята поехали. Судя по снимку, вот этот перелом не свежий. Судя по снимку, потому что уже костная реакция пошла, вот это вот воспаление на кости и костная мозоль пытается уже склеить. Вот это вот, вот, склеивает. То есть это уже реакция давнишняя. За шею подержишь, если вдруг? Да, вот так. Ага, ну и воспаление, конечно, вот оно, все это дело. Да, инфицирование, да. Инфекция, открытая рана, естественно. Сращения нет. Если бы она была закрыта, да, вот она прямо свищует. Инфекция вот выделяется. Ладно, можно ее забирать и носить. Антибиотики колоть, воспаление снимать и оперировать. Потому что здесь гипс, под гипсом гниет лапа совсем, потому что тут течет, она просто сопреет вся. Угу. Вот. Но с учетом того, что оперировать, здесь единственный вариант – это внешняя фиксация аппарата Лизаро. Это единственный вариант. Все, пластина, отторжение сразу пойдет, инфекция. Поэтому оперировать, но через аппарат. Нижней фиксации, ну, парализарован хвостом. Все. Открывайте. Медведь сегодня у нас. Ребятки, откройте, пропустите. Спасибо большое. Папа может? Да. Все что угодно.
Все, повезли мы его в бесплатную санчасть. Хвостом крутит, я смотрю, отходит. Чтобы если нечаянно проснется в дороге, чтобы не начал буянить. В клеточку его, в переноску, все. Едем в бесплатную санчасть, ставим антибиотики. Записываемся на операцию, держите кулачки за... Альшанец, да? Альшанец. Все, Альшанец помчался. Начинаем лечить. Все, пока, ребята. Папа может, спасибо. Так как у нашего пострадавшего Альшанца занесена грязь в открытую рану, это грозит остеомиелитом или ампутацией лапы. Поэтому нам перед операцией максимально нужно устранить всю грязь, промывать лапу, колоть антибиотики, то есть должным образом, насколько это возможно, подготовить Альшанца к операции. Пострадавших животных, к сожалению, не становится меньше. Снова все наши боксы заняты, и Альшанца мы заселяем на ферму. Но и это не проблема. Здесь также уже были вылечены сотни животных. Сегодня уже второй день, как мы колем ему антибиотики и промываем лапу. Все это должно помочь перед операцией. Держите кулачки за Альшанца. Завтра на час дня у нас запланирована операция, и мы очень надеемся поставить этого медвежонка на четыре лапы.